Вышли сегодня с Эльдаром погулять. Доехали до Боровицка, сейчас пойдем пешочком до Кремля. Смотрите, какая красота. Просто сказка. Да, это тоже сказка. Немножко страшная, правда, и вопящая. Но тут тоже хорошо. А это библиотека имени Ленина. Помните, где в фильме «Москва слезам не верит» героиня Муравьёвой знакомилась с кандидатами наук? Мы сюда с детьми ходили со школьными, ну, с моими школьниками. Ходили на экскурсию. Да, Эльдар, Эльдар с нами тоже был. Я снимала видео про это, выложила в свой телеграм-канал. Вот тоже какая красота, смотрите. Мне очень нравится. А так, если посмотреть, вот она и библиотека. Эльдар не в восторге. Мы пошли в ту сторону, поэтому развернулись, пошли. Вон он, Кремль, за зданием. Тут Александровский сад и дальше Кремль. А тут музычка повеселее. Посмотрим. Мы молодцы. Прям под дорогу перешли. Фу, дорогу перешли под дорогу. Ну все правильно, да. Через метро, через проход. Переход, проход. Как правильно, господи, все уже. Вот Александровский сад, который рядом с Красной площадью. И там будет Кремль. Сейчас посмотрим, что там расцвело. А вот и он. Это солнце светит, уже садится. Хорошо. Где площадка? Тут нет площадки, Эльдар. Да, разочарование года. Суббота, вечер, народу полно. Ну, правильно, это главная площадь столицы тут. Ой, столица страны. Ну, и столица, в принципе, страны. И народищу тут, конечно, ого-го. Очень много. Да. Еще деревья не расцвели, но почки уже набухают вовсю. Трава уже зеленая у нас. Мама мне из Волгограда пишет, у нас плюс 25. Я думаю, боже, какой кайф, что я не в Волгограде. Это жара. Я из Казани. Нет, а здесь прям хорошо. Плюс 10, солнечно. Ветра нет, дождя нет. Самая кайфовая погода. Да, Эльдар? Да? Да, он согласен. Молчание – знак согласия. Красивая стела и грот. Да, и мальчик вот этот очень красивый. Но только некрасиво себя ведет, язык показывает. А так, красавчик. А вот там самая дорогая наша гостиница, насколько я знаю. Там, по-моему, Майкл Джексон останавливался. Тут нам мешают съемки. А тут и вечный огонь тоже есть. Но мы туда не пойдем. Меня в Волгограде ухватило. Не пустят так. Эльдару стало интересно, пришли смотреть. Ну, как бы, вот и вся движуха. Десять минут уже стоим тут. Эльдар прям интересно. Смотрит на огонь. Но постоим еще. Сейчас смотрю кучу рамок. Думаю, что такое? Неужели опять закрыто? А потом нет. Надо вот так вот. Вход бесплатный, выход платный. Тут наоборот. Вход через рамку, выход как хочешь, а вход только вот через рамку. Сейчас нас будут обыскивать. Меня даже не стали обыскивать. Я, короче, не похожа на террористку. Даже несмотря, что у меня явно не русский ребенок. Ну, ладно, хорошо. Ой, красиво очень, сейчас покажу вам. Смотрите, как красота. Даже луну вон видно. И тут башни все. Стена эта знаменитая кремлевская. И брусчатка. Ой, как по ней неудобно ходить. Это как нас вообще. Очень неудобно.
Ну, вроде как. Да, Эльдар жалеет, что нет площадок. Ну, ничего, здесь не площадками знаменитое место. Вот она, красавица. Никакие рамки не испортят. Чем тут готовятся? Трибуны какие? Мама! О, боже мой, что за вопли? Мальчик-то чей? Нет, я снимаю, видишь? Вот, красотища. С чему интересно готовить? Она погулять будет. Асаю. А это гум. Асаю. Ай-яй. С Эльдаром договорились, если ему станет очень грустно, скучно, пойдем в гум. Там просто мороженое и есть столовая наверху. А на Никольской уже вот горят огонечки. Мигают, не знаю, видно, не видно отсюда. О, какая красота, мигают. Там любят эти всякие фотосессии устраивать. Гламурные. Где я и где гламур? Так что я туда не пойду. Пойду туда, к храму Василия Блаженного. Церковь звонит. Ух ты! Вот это да, загорелось. Как в этом? Да, как в сказке «Сказочный теремок». На гуме подсветка загорелась красиво. Тормоз, я медленный газ. Тут, оказывается, я только сейчас дотукала, что готовится к параду Победы. Тут везде вот расчерчено все. Разметка. 9 мая скоро. Все, уже 2 недели осталось. И все. Поэтому тут все и понаставлено. Вот это все закрыто. Вот там все устроят, перекрыли. Вот так вот. Где тут обычно Путин стоит? На мавзолее? Я не знаю, короче, я не смотрю все эти парады. Поставили. Покрасили, да, в цвета российского флага. Белый, синий, красный, да. Эльдар, короче, сказал, что он устал, мы идем кушать. Тут в ГУМе, говорят, есть столовая. А, ты скажешь, что хочешь кушать, да. А я знаю, что в ГУМе есть на 3-м этаже, по-моему, столовая знаменитая. Пойдем сейчас затестим. Тут весна. И там еще потом к фонтану спустимся, там какие-то розовые деревья. Ага, красиво. Вниз на фонтан пойдем? Да. Ну пошли. Такие инсталляции интересные. Хочется прям сесть и поехать. Правда, из этих кустов ничего не увидишь, но все равно. А вот смотрите, какая витрина. Пожалуйста. Здесь ничего, потому что здесь все... А, нет, не закрыто. Я думаю, закрыто. Диор. Такой супер минимализм. Не хотите ли плачет за 650 тысяч? Oh no, thank you. Мы не такие богатые. Да, скамеечки тут разные. Все космосом украшены в космическом стиле, потому что... А, ну не все. Потому что был недавно день космонавтики. Ну что, пойдем, Эльдар, наверх. Нам вон туда. Красотища же, да? Зацените. Просто сказка. А вон там впереди наше место назначения. Прийти в центр Москвы, чтобы поесть в столовой. Ну что, что ты скажешь? Если у тебя есть дети, ходишь туда, куда они хотят, а не куда ты хочешь. Эльдар, короче, передумал есть и сказал, что хочет туалет. Вот теперь я его жду. Тут, оказывается, туалет платный, 50 рублей. Но для маленьких бесплатно. Сэкономили, видишь? Где-то заработали, где-то сэкономили. О, глядите, какая большая инсталляция. В виде мороженого знаменитого гумовского. Кстати, летом мы были в ГУМе и покупали это мороженое фирменное. Ну так, мороженое, как мороженое, ничего особенного. Особенно только то, что за него надо платить бумажными деньгами, а в картами они не принимают. Сувениры Большого театра. Но здесь же небольшой театр. Вот ты не был в Большом театре, а раз купил себе щелкунчика, как будто был. Да? Или какой-нибудь вот такой магнитик. Или с такими балеринами и балерунами. Пойдем, Эльдар, куда ты? Нашел, наконец, достойного собеседника, да, сын? Пошли. Прекрасно. А вот и я, здравствуйте.
раз гумовское мороженое можно только за наличку, то мы за карточку пили такое. Пошли, Эльдар. Вкусно тебе? Да. Надо было один шарик взять, что-то два много. Ну ничего, съест. Красиво тут. Как будто где-нибудь в Париже гуляешь. Мне так нравится. Вот тоже какой губошлеп. Витрин тут, конечно, красивучий. Вижу, вижу. О, какой у нее золотой ларец. Птичка на голове. Отлично. И вот тоже еще птичка. Какие-то тюрбаны. Что это за фирма? Bosco Family. Bosco Family. Ладно. Это Cartier. А что тут пусто? Ну, закрыто, что ли? Cartier. Коробка все закрыта, пустое. Ничего тут нету. А такие сумочки я видела на Алиэкспрессе. Намного дешевле, кстати. Эльдар потерял мамочку. Догонять надо малыша. Идет, идет вперед. Мы, короче, в ГУМе пошли не по той линии и вышли не к фонтану, а вышли, прошли ГУМ насквозь. Вышли на Никольскую. Ну вот я зарекалась от гламурных фонариков, но к ним и вышла. Ну и ладно, тоже хорошо. Смотрите, как красиво. Снегурочка. Где Снегурочка? Не вижу. А, это не Снегурочка, какая-то барышня наряженная, чтобы это фотографировать с ней. Сегодня день музыки. Тут косплеерш. Короче, мы решили так. Раз мы там в ГУМе до фонтана не дошли, то и туда мы не пойдем, ни в заряд, никуда. Будем тут гулять. Еще музыка. Там ничего интересного, куча всяких едалин. Единственное, что, конечно, архитектура. Держите на ручку, погладите. Ой, ой, нет, спасибо. Не надо, Эльдар. Нет, нет, Эльдар, не надо. Ну все, огни гламурные меня захватили. Я иду, там какой-то концерт, судя по воплям. Сейчас пойдем посмотрим. И народу столько собралось. Сейчас мы глянем, что там интересное. Обидно, но ничего. Народ, народ, магазины, музыка, светящиеся огоньки. Мне эти огни напоминают в мультике Рапунцель. Помните, как они запускали вместе с этим сбором, как его звали? Огни в это в небо, фонарики, фонарики. Идем по Никольской, идем и дальше. Красиво. Опять. О, опять какой-то концерт. О, теперь мы вовремя пришли. Стой, Эльдар. Давай, наверное, подойдем спереди. А ты что такое? Я где бы не подойду, везде оказываюсь лицом к задницам. Надо музыку погромче сделать. Да ёпарсите. М или Н? Метро, на какую букву, Эльдар, сейчас на М или Н? И вот еще такой, кстати, мы вышли. Забрали детский магазин. Ну, как все тут мигает, переливается, как Новый год. А еще вот такая красота. Ну, просто сказка вообще. Просто сказка. Как красиво. А вот и буква М, Эльдар, видишь ее? Ага. Пошли. А вон все. Вставай, а вон и да. Ой, как же все-таки красиво. Как мне нравится. Все, приехали домой. Наконец-то. Оказалось, он живой. Сколько там у меня... Ого-го. Вот это у меня шагов. Я сегодня нашагала. Молодец я.
Вот, сил нету. Я, короче, уже даже забыла, что это самое время, он уже 10:30. Забыла, что хотела еще немножко поснимать, уже себя привела в такой вид. Не для видео, короче, не для слабонервных. Вот, так что день отлично провели, мы погуляли, нагулялись, все посмотрели. Все, всем отличное настроение, приятного. Хотела сказать приятного аппетита, господи. Прекрасных выходных, все, всем пока, всех люблю, целую.